Не, говорит, с головой все хорошо, все в порядке. А, надо ноги вытянуть. Опачки! Нифига себе! Посмотри, смотри, держится, держится! Воу, прям, я не знаю, из чего они сделаны, как будто, знаешь, из картона мы их вырезали. Ха-ха, они такие, еле-еле удерживаются, покачиваясь. Прикольно. Кышки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня с вами поиграем в йогу. Посмотри, что такое за игра вообще. Здесь нам нужно какие-то, видимо, позиции исполнять. Смотри, нас учат, как все это делать. Нифига себе! Нам нужно сделать мостик! Прикинь. Так, опа! Ну, что не получается-то? Давай, тянись. Такой мостик же есть, разве нет? А как тебя поставить-то? Ха-ха, жесть! Тяжело! То есть, руки надо ближе. Голову надо вниз, кстати. Голову надо вниз. Вот сюда. Ноги надо ближе сюда. А что так тяжело? Ну, это идеально, по-моему, вот, примерно вот столько, да? А где руки? Руки все правильно же. Туловище, что ли, дальше должно быть? Я не понимаю. Я не понимаю, как тяжело. Так, давай вот так попробуем. Ну это что-то не то все равно. Все равно что-то не то. Че так тяжело? О, посмотри, смотри. Посмотри-ка. Почти, почти последняя звезда, ну. А как тебя добить? Как тебя добить? Да! Как это тяжело, вы бы знали! Вот эти вот просто самая стандартная, самая легкая позиция, ее уже довольно-таки тяжело выставить просто. Как так вообще, ребят? Ну это жестко на самом деле. Смотри, следующая позиция, да, у нас. Опачки, на руки ее надо поставить. Ну давай сразу вот так вот максимально сюда. На руки ставим. Голову вот сюда. И что получается? Получается ерунда какая-то. Что за фигня? Что за фигня? Так, ну, в принципе, вроде бы что-то похоже. Свесили ноги. Поставили руки. Подняли немножко голову. Ну, посмотри, как тяжело, а? Да! Посмотри, как круто! Прям идеально повторили. Она держится! Она могёт! Нифига себе крутая! Так, продолжаем. Так, здесь какая-то супер поза, видимо, будет. Да, посмотрим. Нифига себе, что ты решила, подруга. Она на шпагат решила сесть. Ну, в принципе, на шпагат вроде бы более-менее можно сесть. Опа. Да, красота получается. И руки соединяем. Раз рука и два рука. Ты посмотри как. Посмотри, как получается. Ну и чего? Ниже они должны быть, выше, выше должны быть. Вот, идеально. Господи, как это прикольно. Смотри, она держится. Блин, нифига себе здесь прикольно. То есть в конце она реально становится физической моделью. И чувствуется прям, как она стоит. Окей. Нифига себе, вот это пируэты они выполняют. Вот что за жесть. Ну давай попробуем. Так, на задницу ее сажаем. Ноги поднимаем. Руки ставим куда-нибудь вот сюда. Ну, в принципе, как-то так, да? Но нет, не как-то так. То есть руки вот сюда. Да, примерно так и получается. Все, готово, первое есть. Голову сюда. Так, руки назад. Ноги поднимаем вверх. Смотри, как хорошо. Ну, почти, почти, да, получается. Почти как-то так. Но, видимо, что-то у нас неправильно. Давай попробуем руки повыше поднять. Нет, с головой все хорошо, все в порядке. А, надо ноги вытянуть. Опачки! Нифига себе! Посмотри, смотри, держится, держится! Воу, прям, я не знаю, из чего они сделаны, как будто, знаешь, из картона мы их вырезали. Ха-ха, они такие, еле-еле удерживаются, покачиваясь. Прикольно. Так, что у нас здесь за позиция? Don't get beaten. Не будьте укушены. И как мне это сделать? То есть мне нужно поставить одну на другую? Давай попробуем. Еее! Они удержались, кстати, офигеть. Я, кстати, не ожидал. Я думал, упадут. Я думал, все-таки упадут. Прикольно.
Смотри, нам нужно такую вот позицию сделать прикольную. Ну, для этого просто берем ноги здесь, хопа, делаем. Давай более прямой угол сделаем. И руки, разумеется, поднимаем вверх. А эти наоборот. Ха-ха, смотри, как прикольно. Это голову опускаем вниз. Ноги вот так вот, под прямым углом. И руки выпрямляем. Так, а что с тобой? Почему так выгинаешься? Так, и, разумеется, перемещаем. Во! Победа! Блин, как круто! Хопа, немножко, конечно, упали, ничего страшного. А это, наверное, не засчитает, да? А, то есть мы еще обязательно должны их поставить на землю. Офигеть! Ну, это нужно было, конечно, догадаться. Я, в принципе, так и думал, что по итогу будет. Но, блин, я думал, что они в любом случае удерживаются. Оказывается, видишь, нифига подобного. Так, ну, эту ставим сразу так. Делаем прямой угол. Ставим руки. Посмотри, какая красота. Ты погляди. Оп! Здесь они уже 100% удерживаются, безо всяких проблем. Ты погляди, какая красота просто. Офигеть. Так, что у нас здесь? Ничего себе у вас здесь какие-то интересные позиции. Я такого даже не умею. Это как надо делать-то? Это как делать-то? Объясните. Так, ладно, это вроде бы как-то так, да? Да, это реально вот так вот. И нога вот эта вот тут сюда. Примерно так. Только голову немножко сюда. И ноги немножко дальше. И голову немножко дальше. И руки вместе с ней. Опа! Вроде бы как-то так, да? И берем, но руки ставим сюда. Ноги ставим под прямым углом. Видишь, они вытянуты, аж носочки тянутся, тянутся. И немножко вперед у нас наклоняется сама героиня наша. И, разумеется, держится примерно за талию. Но почему-то здесь за талию не засчитывается. Засчитывается меньше, видишь? Вот здесь за талию ставишь, меньше очков получается, чем вот здесь вот за ноги. Странно все это. Это все странненько. А почему, да, не засчитывается? С головой проблемы? Непонятно. Так, ну давай так сделаем. И немножко, конечно, вот так вытянем. Да нифига, смотри, все равно все фигово. А почему так? Блин, слушай, а что так тяжело? Вот. Я не знаю, ребят, что делать. Оно по-всякому здесь засчитывает. Ну, как надо, не засчитывает. Я хочу 3 звезды, дать мне 3 звезды, черт тебя подери. Не хочет мне давать 3 звезды. А что я делаю? А, может быть, руки я неправильно поставил. Да, я руки неправильно поставил. Вот! Вот оно как. Ну где там эти 3 звезды? Я ж видел, 3-я звезда была. Ну я видел, ну кого вы обманываете? Я видел. Вот. Ну-ка. Держится. Держится. Изумительно. Просто волшебно. Как-то удержались. Так, смотри. У нас есть какие-то такие штуки. Я так понимаю, на них нужно будет удержаться. Давай, ну попробуем. Это ставим вот так вот. Получается чуть ли не колесом. Это делаем вот так вот. Ну только видишь, под углом нужно, под углом. Опа! Красота какая! Красота какая! И это сюда. Все! Это вообще идеально! Может немножко, конечно, сюда. Капельку. Всю, всю. Так, это выгинаем. Ой, а что я делаю? Зачем я взял твои ноги? Это поднимаем. Это приподнимаем. Так, здесь выгибаем. Здесь немножко вот так вот делаем, чисто. А как мне так сделать, чтобы они были согнуты немного? Ну вот, вроде согнуты, да? Что такое? Что-то получается. Руки вытягиваем максимально. Не максимально, я обманулся. Вот так вот вытягиваем. И держим. Все. Где там лапы ваши? Вот, лапки готовы. Но вас сначала нужно спустить на землю. Так. И так. Ой, какая красота. Ну-ка. Не понял сейчас. Я сейчас не понял, подожди-ка. А как мне вас поставить-то? Эта штука же мешает. Не понял прикола. Вот сейчас я прикола вообще не понял. А как ставить-то вас? Почему меня отбросило? Жесть какая-то. Из-за чего? Что за фигня? Это не должно было так работать. Меня обманула игра, походу. Ну ладно, попробуем еще раз.
Только я уже не уверен, что это получится сделать. Так. Ноги вытягиваем побольше. Голову делаем так. Подожди, что-то здесь не то. Что-то здесь не хватает. Вопрос, что? Возможно, руки непрямые, да? Более такие сделать руки. Пониже отпустить. И ноги вытянуть. Ну? Ну, я же видел, было. Вот! А как смысл? Надо сначала нижнюю отпустить до конца. Ну, я не знаю, что делать. Давай так попробуем. Может быть, так они будут держаться? Так. Где нога? Ногу давай. Хватайся. Вот. Ну что, я надеюсь. Держатся! Фух. Фух. Третий пот пошел. Реально тяжело. Реально интересно. Слушай, я не ожидал такого. Нифига себе за задницу схватило. Ну давай схватим за задницу, попробуем. То есть здесь мы просто ее поднимаем наверх. Ставим на ноги. Наклоняем ее. Руками она вот так вот держится, получается. Немножко присогнутые руки, немножечко, капелечку. И, разумеется, туловище у нее должно быть вот так вот. Немножко наклонено. В этом прикол весь. То есть делаем вот так вот. Так вот. И немножко наклоненные, сжатые, прижатые руки. Хорошо! Ха, первое есть, хорошо. Слушай, блин, вообще интересно. Как так придумали интересную такую тему? Так, хорошо, сжатые у нас ножки. И, разумеется, ручки держатся за задницу. Да? Ну да. Вот как-то так. Ну? Ну за задницу схвати. Ну схвати. Ну за задницу схватит. Но что-то не то получается все равно. Вот! Красота какая! Я надеюсь, они будут держаться. Держатся! 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 Офигеть. Прикольно. Здесь все реально, все физично, все объекты. То есть, если бы что-то неправильно поставили... Блин, посмотри, что у нас за угар! Смотри! Она сейчас станет рельсами! Ты прикинь? Здесь даже такое есть. Помогите, говорят. Попробуйте справиться, помогите здесь чем-то. Ну, давай попробуем помочь. Ну, давай, смотри. Мы просто берем хоп, берем хоп. Ну, давай, погнали. Упс. Я сейчас не понял. Это мы помогли сейчас или что-то другое сделали? Это так должно оно работать. Ладно, ребят, пока что это закончим. Если вам понравится игра, обязательно подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что хотите увидеть именно эту игру с йогой. С вами был Лекс. Не забываем про комментарии. Обязательно тоже пишем в комментариях. Ставим лайки. Да, все это обязательно делаем. Все активности под видео обязательно нужно выполнять. Потому что иначе ваши интересные, которые для вас игры понравились, не будут выходить. Это со всеми играми, ребят. С соседом то же самое, если что. Там до сих пор не набралось 1900 лайков. Это для тех, кто спрашивает, где же сосед. С вами был Лекс, спасибо за просмотр. И всем добра.